И теперь последние новости с юго-востока Украины. Донецк накануне вечером подвергся мощному обстрелу. Особенно плотный огонь. Киевские силовики вели по поселку Победа на окраине города. Снаряды упали на футбольное поле, а также повредили несколько домов, в том числе многоэтажных. Задетые котельные, из-за чего местные жители остались без горячей воды. Они считают, что украинские артиллеристы били целенаправленно. Находился дома с семьей, жена, ребенок и с теща. Вот, сын был на улице. Мы услышали, что начали близко ложиться снаряды. Значит, спрятались в ванную комнату. И в этот момент произошло попадание, вот, увидите, в стену дома. Никакого соблюдения перемирия. Это неоднократный обстрел наших территорий. Мы просто в шоке. Также обстрелы, зафиксированные в районе Донецкого аэропорта и, как все последние дни, в Горловке. В ней также повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Люди прячутся в подвалах. По последним данным ООН, обнародованным накануне, в результате боевых действий в Донбассе погибли уже свыше 6400 человек. Ранения, начиная с апреля прошлого года, получили почти 16 тысяч. В новом докладе организации в очередной раз выражается тревога в связи с экономической блокадой Юго-Востока. Киеву рекомендовано немедленно снять ограничения на передвижение граждан, отменив систему пропусков.